Обвинения против Петра Порошенко в коррупционных связях с семьей Байденов и незаконно принятых политических решениях трудно спустить на тормозах. Нардеп Андрей Деркач выкладывает прямые доказательства пленки, где госсекретарь США Джон Керри буквально говорит, что делать президенту Украины. Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры. Знаю, что вице-президент очень обеспокоен по данному поводу. Что касается позиции генерального прокурора и генеральной инспекции, я также горжусь тем, что, как мы и договаривались с парнями из нашего Министерства юстиции и посольства, генеральная инспекция уже создана. И деятельность координируется не генеральным прокурором, а заместителем генерального прокурора господином Скварелидзе. Порошенко гарантирует, зам генпрокурора Украины Давид Скварелидзе, кстати, давний соратник Михаила Саакашвили по Грузии, подчиняется напрямую не генпрокурору, а Госдепу. И в этой конструкции Шокина можно не менять. Но Вашингтону этого мало. И тогда президент Украины сдает одну из главных фигур – самого генпрокурора. Как мы договаривались с вице-президентом и послом относительно генерального прокурора Шокина и других вещей, думаю, что буду договариваться с вице-президентом Байденом. Есть сомнение, что это будет теоретически. Можно будет принять какие-то решения. То есть уволят. Порошенко обещает снять генпрокурора Шокина, ведь Керри опасается на фоне этих разоблачений и скандалов Байдену в США. Конец. Ведь Шокин расследовал и разоблачил коррупционную связь и вышел на Байдена, его сына Хантера и близкого друга пасынка, самого Керри. Все они на этой фотографии, исходя из следствия, связаны коррупционными схемами с украинской нефтяной компанией «Бурисма». Опять же, доказаны серые схемы, и 16 миллионов долларов вывели сами себе через Киев в Ригу. Спустя полгода Джон Байден в новом телефонном разговоре с Порошенко недвусмысленно спекулирует миллиардом. В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов. Однако у вас все еще есть необходимость, как уже упоминалось, удовлетворить требования МВФ. Чрезвычайно сильная мотивация. Порошенко за миллиард Байдена сделал все, что ему говорили, и предложил кандидатуру Луценко, если товарищи не возражают. Американского куратора в Киеве всегда встречали как дорогого гостя. Под ноги стелили ковры и угощали караваем. На встрече с политической элитой Порошенко присаживается сбоку. Байден на место Порошенко, во главе стола. Сразу понятно, кто хозяин. Вы не получите 1 миллиард. Я уезжаю через 6 часов. И если прокурор не будет уволен, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. Также американский куратор Порошенко призвал разобраться и с приватбанком, подвесив миллиард перед носом в виде косточки. Уже последовала реакция партий, входящих в коалицию со «Слугой народа». Независимые депутаты требуют расследования. То, что опубликовал Андрей Деркач, это такие материалы, которым необходимо дать правовую оценку, провести экспертизу достоверности этого всего и после этого установить юридический факт и привлечь этих людей к ответственности. К жесткой реакции призывает правительство и видеоблогер Шарий, пострадавший от избирательной юстиции бывшего президента. Сегодня же Петр Порошенко должен быть арестован за государственную измену. Сегодня же должно быть заявление Владимира Зеленского, спецслужб Украины. Если сегодня этого не произойдет, если это горе луковое продолжит отмазывать своего коллегу по коалиции, у них новая коалиция, «Слуга народа», «Голос» и «Европейская солидарность», значит, Зеленского пора бы арестовать также. По факту давления на президента, коррупции и вмешательства в работу экс-генпрокурора Шокина, Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство на бывшего вице-президента США Байдена еще в феврале. Но до сих пор реальных судебных перспектив в этом деле никто не видел. С новыми материалами они могут появиться. Александр Бузов.